have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет! Нашли мы у себя в рекомендациях вот такую вот игрушку. Называется «Те, кто остался». Ну, или что-то подобное. Давайте попробуем. Нажмем «Ready», сходим. Посмотрим, закинет нас, не закинет, как это все работает. Возможно, нужно дождаться следующей волны еще полторы минуты. Если так, то, наверное, сейчас нажмем на паузу, подождем, как это все будет происходить. Кстати, у нас тут есть наш лоудаут, с чем мы идем. У нас есть обрез, то, что это у нас где-то сейчас Glock 17, кстати, хорошая пушка. Ну и полено. Ничто не заменит хороший удар поленом в торец, да? Хорошо, давайте подождем еще эту минуточку, потом вернемся, возможно, нас загрузит на следующую волну. Так, ребятушки, у нас, да, волна закончилась, интермиссия прошла, у нас теперь, ох, как светло здесь, а? Я вообще боюсь подумать, что YouTube сделает с этой записью, ну ладно, может быть, придется немножко высветлить. Пойдемте, что надо делать? Убивать зомби. Спасибо, Карл. Капитан Карл. Так. Убита птички. Ой, я слышал зомби. А чё они быстрее меня, Я думал, что у меня дробаш, их надо поближе подпустить, а... Фига себе, это все? Меня теперь на 4 минуты съели? Так, ты живой еще? Да. Блин, это было крайне неудачно с моей стороны. Хорошо, подождем немножко. Так, ребят, 5 минут длится волна. Я думал, что придется ждать 5 минут. На самом деле нет. Через 3 минуты волна проиграла. То есть все выжившие были съедены. И заодно мы узнали, что если прилетает вертолет, то вертолет не забирает никого. Он просто приносит припасы. Поэтому давайте сейчас после интермиссии идем в следующую волну. Получается, голосуем за карту. Почему раньше? Давай раньше. А фиг с ним, давай раньше. Я не знаю ни одной из этих карт, мы вообще сейчас первый раз зашли в эту игру. Ну, так раньше что... просто звучит круто, так что да. Ранчо помаранчевого цвета. Так, у нас загрузочка происходит. Кстати, загрузки довольно быстрые здесь, ничего не могу сказать. Вот. 3 минуты геймплея, из этого геймплея было пока что секунд 10, да, пока меня не убили. Ладно. Сейчас доберемся, сейчас посмотрим. Будем более осмотрительны. Почему-то я думал, что зомби здесь классические, медленные. Но нет, зомби быстрее, чем ты. И это проблема. Потому что... Там есть шеф. Ты, кстати, 4-й уровень. Прикольно. Я даже один уровень себе не успел поднять. То есть мне 70 баксов, но ты успел за эти 3 минуты навоевать себе на 4 уровня. На 3. Да, неплохо. Мне не нравится двухстволка, нужно попробовать ее поменять. Ты ее поменяешь только на 5-м уровне? Да. На другую двухстволку? Нет, ну да. Блин, чертов сарай. Ой, где я? И еще фишка в чем... Ой, кто-то играет с геймпада, кто-то молодец. У меня еще и патроны не бесконечны. Ёшки-матрешки. Я буду идти к этому значку щит. Щит. Пойдем к значку. Я тачку могу взять? Нет, походу. Но я бы взял тачку. Я бы тоже взял бы тачку, это было бы интересно. Это было бы неплохо. Ой. Так, это зомбя, не зомбя. А, это зомбя. Мне еще это не нравится, как будто очень много людей идут куда-то. Вот, тут люди, тут выжившие. Они идут от щита. Ладно, будем держаться вместе. Скорее всего... Ну это еще... Ох, блин, вот не, это у тебя скинчик. Не, надо идти к щиту. А тут 3-4 человека идут от щита. Слушай, со мной еще четверо. А, вот ты, прикинь. Привет. Привет. Наконец-то мы вместе. Но я думаю, что первая волна не будет очень сложной. Она же первая, блин. Тут чуваки с автоматами, если что. О, с клюшкой гольфовой, прикольно. У меня гаечный ключ.
Дубина! Так. Предлагаю пойти к сараю. А, вот. Вон они, нет? Нет, нет. Это не солдат, у которого нет лица, надо за ним идти. Почему? Он NPC-шник, понятно, я только сейчас это понял. Слушай, я слышу крик зомбей. А? Я вижу зомбей, которые идут на нас. А ты посмотри за забор. За какой? Вон тот, который за тебя. А, вон те зомби? Да. Ну такое. Давай я возьму вот этот вот трактор и пойду давить, а? Дайте стекло сломать. Ой. Успокойтесь, они уже мертвы. Ну почти. Так. Так, короче, тебя... вот этот щиточек, это не место, это вот наш солдат. Потому мы когда идем за ним, когда отходим, нам показывают, что это он. Хорошо. Миссия выполнена. Фига себе, сколько бабла дали за эту миссию. Нормально так. Че, зомби уже тут? Просто в голову стреляет, и тваншотишь в голову. Первая волна на ранчо. Эй, на ранчо! Я пока что отбиваюсь от зомбей. Блин, такие звуки, как будто они близко. Я не хочу, чтобы они были близко. А мне никто не хочет помочь отбивать зомби там. А ты где? Ты скажи, я подойду. А я прям возле ранчо, возле заборчика. Вон, я тебя вижу, иду. Давай, будем вместе отбивать зомби. Я с той стороны отстреливал. Пистолета давай. Откуда у тебя такая меткая пушка? А, это не пушка меткая, это руки меткие. Так я, оказывается, стрелял в дерево, думаю, это что это зомби. Есть. Есть. Погоди-ка, я что-то слышу. Я тоже. Так, отбивай зомби тут. Я, кажется, думаю. Говори, что в доме. Я слышал какую-то музычку, как будто кто-то открыл ящик с дропом. Кто-то открыл? Ну, думаю. Так. Так-то по-хорошему пистолеты нифига на такое расстояние не стреляют. О, мне СИС дали, круто. Пиво. Ассист. Постоянно получаем бонусы за длинные расстояния. Ну да. Слушай, а может наплюем на этих зомби? Пойдем. Куда? Куда-то. В общем-то, отстреливает тот зомби, и я пока что пойду к свету. Не иди на свет. Так, волна выжила. Бонусы, кстати, неплохие. Ну, то, что волна первая 10 баксов дали. А 15 за что? Ну ладно. Хорошо, я не против. Деньги это деньги. Я пока что поменяю свой ладаут. Так, я 5 уровня. Я новую пушку себе куплю. А мне не хватает бабла на новую пушку. Классно. Так, damage меньше, bullet punch, fire rate, recoil. Нет, ой, погоди, это primary. Почему Ruger 10? Так, ладно. Второстепенные. Я могу купить сковородку, но я купил зонтик. Молодец. Теперь будет защита от дождя. Защита от дождя плюс 10. Так, идем к Лутецкому? Походу. Попробуем выбраться. Если ты увидишь кота, у которого в лапах какой-то зонтик, то это я. А как мне выйти? О, у меня молоток есть? А, я могу баррикадировать здание?
А может, ты просто в этом домике останешься? Я чё, через забор, оказывается, могу перепрыгивать? Пробел. Я думал, это невозможно. Стой! Что? О, привет. Перепрыгивай через забор. Пойдем. Нас ждут великие дела. Нас ждет великий дроп. Там в здании есть боеприпасы, если что. Я слышал звук зомби-эй. Я пока не слышал. Это машина! Буги-буги-буги-зомби. Это автобус. Дайте мне залезть туда! Нам нужно собрать на него детали? Или что? Да, тулбокс, вотерджакс, пропан. Ага. Посмотри вперед. Что? Ты посмотри, как этот автобус выглядит впереди. Ну, это автобус для зомби-апокалипсиса. Пойдем собирать детали. Пойдем. Я так и думал, что нужно детали собирать. Я нашел молотов. Круто. Проверяй все загоны. Да не загоняйся ты. Зомби идут. Я нашел еще один молотов, можешь его взять. Так. Иди сюда. Сейчас. Я с этим чуваком познакомлюсь поближе. Пойдем. Иди. Загон проверяй. Так, стоп. Вот, тут водичка есть. Сзади зомби. Ладно, я тут, а ты там. Ого. Чё ж так близко-то? По-моему, в каком-то загоне был молотов. Вот, тут. Тут, сзади. Сейчас. Мне кажется, я сейчас нужную деталь принесу. Если она у меня есть, я так понимаю. Блин, нам нужно за 2 минуты успеть выполнить... Осталось 2 канистры воды и остался один пропан. Я сейчас тоже пойду деталь отнесу какую-то. Не знаю, но я думаю, что это деталь, и ее надо отнести. А нет, я ничего не могу отнести. Так, слушай, это интересно. Я вижу канистру с водой. Надо ее быстренько отнести. Там надо было 2 канистры. Я думаю, что я 2 детали тащить не могу одновременно. Осторожно. Мы уже почти починили автобус. Нам нужно 1,5 минуты его быстренько починить. Что это было? Так, осталась 1 канистра с водой. Быстренько. Отстреливать. Я нашел Джек. Давай, тащи его быстренько, как раз Джега не хватает. Одного? Я тоже нашел уже. Все. Машина собрана. Здравствуйте. До свидания. Стой. Я не говорил Джукс, я сказал Джек. Все, есть. Джек. Цель выполнена, можем отправляться. Что? Как? Дайте мне в машину зайти. Нет, это была просто цель на раунд, ты че? Теперь что нам надо делать? Я хочу убить кого-то с зонтиком. Укол с зонтиком. Давай я пойду через... Ну, чуваки пока неплохо справляются, но опять же, это вторая волна, это вообще ни о чем. Так что... Ты не на тот район попал, пацанчик. На тебе зонтиком по роже. Ай! Этот зонтик, он нифига не работает. Он только от дождя. Да! Я реально никого не могу убить этим зонтиком, чё-то не тыкайся. Надо себе бонусов понабивать немножечко. Стой! Ой. Нормально, блин, бонусов понастрелял. Я просто хочу кинуть молотов куда-то. Зачем? Может, он тебя остановится на следующий раунд? Да я все равно уже нашел еще один. Тут тачка стоит, кстати, тоже. Нормально, выжили. Что? Еще 7 уровень достигнут, еще и получили бонус за выживание. За... Нет, но деньги появляются. Я получил 656 баксов. Так, я 7 уровень. Хорошо, посмотрим свой лоудаут. Так,
Что я могу в милишнике? Хочу ломик. В общем-то... Блин, так бы... Хочу тебе посоветовать кое-что. Никогда не покупай зонтик. Хорошо. Просто у меня вот этот обрез, смотрите, какой у него урон страшный. Я вот что-то там посмотрел на Инграм и всякое такое, но я не уверен, что теперь я хочу его на что-то менять. То есть он медленный, да, но у него страшный урон, он ваншотит. Так, идем к нашему защитнику. Я нашел бинты. Подобрать можно или только полечиться можно? Полечиться. Значит, понятно, ну это так. Опа, коктейльчик. О, я нашел дофига патронов. Хотя это не коктейльчик, написано, что это бомба. Прикольно. О, можешь мне оставить эту бомбу? Я уже взял. Звучит вкусно. А перепрыгнуть ты не хочешь, дружище? Ладно. Блин, не... Пойдемте, цельный раунд выполнить надо. Надо защищать этого солдатика. Видимо, да. Не знаю, пока что выглядит очень прикольно. Что думаешь? Да. И вообще, это не мы должны защищать солдатика, это он должен защищать нас. Не знаю, не знаю. Минус. Long range бонус. Интересно, за что дают? То есть сколько метров должно быть убийство, чтобы тебе дали бонус за длинную дистанцию? Че, скажет сейчас окопаться в доме или че? Ну это тот дом, по идее, где я начинал, или мне это возможно. О, я нашел дом. Блоксикола. Блоксикола, круто. Патроны. Патроны, патронов дофига. А? Я что, стекла умею ломать? Ты че их... Их это, бронировать надо. Че ты делаешь-то, ну, человек? Ты слышал этот крик? Он... Да. Странный. А! Собака! Собака! Ты живой, нет? Спасите! Ты где? Идем. Там четыре собаки на меня напало. Так, цель выполнена, хорошо. Блин, собаки мне не нравятся. Они страшные. Я так напугался, когда увидел собак. Уйди, я в душе. Уйди от меня. Спасите! Когда ты в душе, бей их зонтиком. О, грены. Чё тут все ко мне в душ лезут? Дайте дверь закрыть. Дайте искупаться спокойно. Привет. Я сейчас просто молотом брошу сюда, чтобы никто не пришел. Все, я тут буду сидеть. Блин, это нас тоже поджаривает, если чё. Молотов, у него нет friendly fire. О. Наконец-то никто не может зайти ко мне в душ. О, флешбенги, серьезно? А, это газовые. Газовые флешбенги выглядят одинаково. Блин, везде такие звуки, как будто зомби уже в доме, но я никого не... О, они у тебя горят. Ты что ж делаешь? Я просто в душе сижу, смотрю, как зомби горят, умираю, страдаю. Холодильник. А мне вообще надо кого-то защищать? Страдать. О, колючая проволока. Можно, окна забаррикадировать. Иди, те бородатые парни. Я ухожу отсюда, мне что-то не нравится. А как можно окна забаррикадировать? Я проволоку нашел. Ну, о, привет, чуваки. Я нашел как. Граната? Да, есть гранаты. Я еще нифига не пробовал. А зачем мне гранаты кидать? Так кто ж тебя знает, зачем тебе гранаты кидать? Что-то не взрывается. Вон взорвалось. Дайте мне залезть. Восьмой уровень достигнут, круто. Сколько окна ломаю, а залезть никак не могу. Дальнее убийство. Не, ну я же говорю, на этой волне я в принципе не вижу никаких проблем. Я думаю, что проблемы будут начинаться у нас со следующей волны.
Ультра длинный рейндж. Чпоньк, 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 чпоньк. Есть. Хедшоты. Ну, нормально, в принципе, справляемся. Ладно, ребятушки, я думаю, сейчас вот эта волна закончится, мы будем этот раунд тоже заканчивать. Посмотрели на игрушку, как по мне, она очень классная, возможно, даже сегодня мы вернемся поиграть дополнительно. Пока что пишите, что вам, как вам. Хотите, как-нибудь сделаем пати на несколько человек, пойдем чисто вместе порубать. На этом сегодня все, спасибо, что были с нами, всем удачи, добра, бобра, всем оладушек. И всем покеда. Всем покеда.